Всем привет! Заказал на Алиэкспрессе вот такой инфракрасный термометр. Решил об нем рассказать, потому что штука довольно интересная, ценная. Стоит 670 рублей. В эпоху коронавируса, в принципе, он пригодится. Тем более температуру сейчас надо измерять частенько, особенно иногда не саму себе, там, а скажем, родственникам или еще кому-нибудь. Там в подарок можно купить. Что вот из себя представляет такая коробочка. В принципе, на Алиэкспрессе они там все почти одинаковые. У них немножко дизайн разный. Цена примерно одинаковая. Что мы получаем? Получаем мы, значит, какая-то инструкция по-английски. И вот сам прибор. Значит, стоит он 670 рублей. Вот такой градусник. В аптеке стоит 500 с чем-то рублей. Примерно я мерил ими температуру, мерит одинаково. Но вот есть еще такой градусник, который вроде типа точно должен мерить. Точнее. Но они, по-моему, сейчас все китайские, выпускаются в Китае, поэтому разницы почти нет. Значит, что у него? Три кнопки. И включение, выключение, и датчик инфракрасный. Так, нажимаем кнопку. Сразу выходит последняя температура. Значит, тут надо человечек, это значит измерять температуру тела. Попробуем измерить, нажимаем. 36,4 видно, наверное, да? Пробуем еще раз. Нажимаем 36,4. На другой руке попробую. Так, что-то тут не видно на экране-то. 36,4, 37, но это ошибка какая-то. А, это вот у меня горячий чайник тут стоит, поэтому все-таки надо мерить подальше. 36,5. Вот, значит, температуру меряют, например, 36,4, 36,5, там плюс-минус 0,2 градуса написано, как бы расхождение показателей. Мерят моментально, очень удобно. Если, скажем, температура повышенная, он сразу пишет красное, как бы. Ну, пишет температуру тут слишком повышенная. Чтобы измерить просто температуру, нажимаем, значит, первую кнопку. И уже начинает мерить просто температуру. Скажем, вот этот чайник я недавно подогревал. Вот где-то примерно температура воды. Ну, померяем температуру стола, скажем, 26 градусов в комнате. Ну, температура стола примерно, ну-ка, стены. Температура стены. Температура стены почему-то выше, 26,8. Ну, в общем, вот такой замечательный приборчик. Стоит он 670 рублей, повторяюсь. Такой градусник стоит 500 рублей. Эта штука примерно так же меряет, только быстро. Стоит, ну вот он сам выключился. Стоит почти столько же, то же самое. Ссылку я оставлю в описании, если хотите, заказывайте. Ну что тут еще можно рассказать? Две батарейки, режимы переключения, память и настройка. Такая простая штучка. В принципе, каждое утро удобно очень мерить. Проснулся, нажал, если зелененький экран, как тут на коробке написано, значит, температура нормальная. При большой температуре желтая, при повышенной уже красная. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку я поставлю внизу в описании. Всем пока, счастливо!